Привет-привет, друзья мои! Сегодня 15 июня, понедельник, и мы с Дамирчиком собираемся. Сейчас будем отправляться в больницу на прививки. У него сегодня две прививки. У нас сейчас сборы, в темпе такие сборы. Я встала в 5 часов, Дамира разбудила в 7. Собираемся, сейчас будем уже выходить. Масочный режим у нас еще не отменен, кстати, Дамир, вот. Сегодня, оказывается, я думала, что сегодня будет последний день, 15 июня, но нет, у нас на сегодняшний день 200 заболевших, вот. И, к сожалению, маски мы пока еще не снимаем. И я даже не знаю, когда мы их снимем. Я уже замахалась. Мы уже март отходили в масках, апрель отходили в масках, половину июня отходили в масках. Ну, кто-то начинал в феврале их еще носить, так вот, в конце месяца. Но мы не носили еще тогда. Вот март, апрель, май. 3 месяца в масках ходим, уже 3,5, половину июня уже отходили в масках. Это просто какой-то кошмар, я уже не могу, честно, в ней ходить, это уже невозможно, уже задрали эти постирушки масок, покупка постоянно этих масок. Господи, хотела там еще приобрести маски многоразовые некоторые, вот, несколько в смысле. Потом думаю, да, зачем их покупать, 15 июня отменят уже все. Конечно, да, здравствуйте, приехали. Не отменили, и, честно говоря, даже не знаю, когда его отменят, этот дурацкий масочный режим. Вот так вот. Ну, как на улице не обязательно ее носить, но в автобусах, магазинах и прочих местах общественных нужно ходить в маске. И если вас ходит там человек 5, компания, да, тоже, ну, это считается как общественное место, тоже нужно ходить в маске. Вот такие пирожули, друзья мои, все, мы сейчас будем выходить с Дамирчиком уже на улку, вот, и поедем в больницу. Все, удачи нам!